тарепнула. Всем привет, меня зовут Шурик, и это деревенский влог. Знаете, я очень люблю деревню. Отвезите меня домой! Мы очень любим и уважаем своих соседей. Смотри, что я в соседи! Я тут помогаю всем, чем могу. И не боюсь ничего. И самое главное, мы тут ведем здоровый образ жизни. Наливай! Ну и, конечно, мы умеем здесь отдыхать. Господи, твою ж мать! Многие меня спрашивают, как я держу физическую форму. Ну что же, приоткрываю занавес! Валера, с Новым годом, блядь! Валера, мы не спим. Валера, моли бога, что я не могу двигать до сих пор правой рукой. А то я бы тебе... Что у меня с рукой? Валера, если бы кто-то не залез на дерево и не начал пулять мандаринами в прохожих с криками «С Новым годом, суки!», этого всего можно было бы избежать. И неудачного падения на меня. Вот же хотели выпить с тобой по бокалу шампанского и все. Мы-то выпили. Вместе с водкой. Как ты назвал этот коктейль? Новогодний перляж? Валера, этот новогодний перляж у нас до сих пор по всему туалету. Валера, вот скажи мне одну вещь. Зачем ты вчера напал на нашего уборщика Григория Михайловича? Ты думал, это сам ты у него мешок с подарками? Валера, это был мусорный пакет! Валера, и вообще, какого рождественского хереса мы начали справлять Новый год в ноябре? Валера, чтоб я еще раз с тобой выпил? Да пошел ты нахер, Валера! Да шо, выходим, френд! Это Ирма. А я тебя не поняла. А что просто так вода льется там? Ты за коммуналку платишь, скажи мне. Блять, мама. Ну что мы пишем? Ну что, сеньорас и сеньорас, это седьмой урок испанского языка. Ну что, estáis preparados? Точнее, вы готовы? Стоп, а можно воды? Я просто возбудился. Ну что, первое слово. Встречаться с кем-либо. Салир. Чтобы начать с тобой салир, мне нужно выпить какой-нибудь эликсир. По-русски водки. Судья. Эль хуэс. Вот какой хуэс, простите господи, мог вынести такой приговор. Школа. Ля эскуэла. Слушай, а ты не ахуэла? Какая эскуэла? Я уже студент. Туман. Ля ньебля. Да не пойду я в магазин. На улице вон, сплошная ньебля. По-другому не скажешь. Грусть. Ля тристесса. Слышь, ты тут не поэтесса, чтобы строить тут тристесса. Рисовать. Дивуха. Ну чё сидишь, как истукан? Иди-ка лучше набухай. Мне бокальчик полусладкого. Выключить. Аппарат. А можно солнце апагар? А то у меня уже трындец загар. Шутка, анекдот. Эль чисте. Валера, тут про тебя еще одно чисте. А ну-ка иди ему морду начисти. Ну вот и все. Все, короче, апагар, вот это вот все у меня тьеста. Или съеста, ой, да Всем привет! Сегодня мы снимаем новую рубрику «Сколько стоит ваш мод?» И мы спрашиваем у прохожих, сколько же? Вон идет один. Здравствуйте! Я перезвоню, да, здравствуйте. Как вас зовут? Джорджи Гуччи. Джорджи Гуччи? Да. Хорошо, Джорджи, сколько стоит ваш мод? Смотрите, обувь у меня от Nike Limitation, $5000. Сколько? 5000, да. Смотрите, штаны у меня от Антонио Зуятти. Зуятти? Или Буя... Короче, всего $15000, да. Хорошо, Джорджи, тогда же сколько стоит ваша курточка?
А вот, кстати, куртка дорогая, 600 тысяч долларов от Versace, да? Сама Донателла от сердца отрывала. О, труселя! Про труселя забыл. Saint Laurent, 2000 долларов. Показываем! Не-не-не-не, не надо. Ну ладно. Хорошо, подождите, у меня еще дома кольца, Prada, Gucci, Armani, да. Ну, они дома. Ну, самая главная моя гордыня, это часы Louis Vuitton, да. 300 тысяч долларов, да. 300 тысяч. Хорошо, Джордж, один вопрос тогда. Все, нет, извините, у меня сумка приехала. Удачи вам дня. Вообще-то вы не имеете права давать контрольные, не предупредив за... Что? Ладно, нет, ничего, все. О, трапеция! Знакомое слово. Романов! Что? Мы это, язык жестов практикуем. Я не буду тебе подсказывать. Понятно? Вот. Меня вообще на этой теме не было. У меня справка есть. Мы это вообще-то на биологии не проходили. Вообще-то это физика. А, да? Ладно. Мне так, класс. Я сейчас приду. Пацаны! Что во втором задании? В третьем Д! Во втором что? Пацаны! Пс, коротыш! Поможешь с контрольной, а? Я тебе трусы натягивать тебе на голову не буду. Капец, я вообще ничего не понимаю. Вы каждую контрольную не понимаете. Ну так стабильность! Ёб твою мать! Мы тут с коллективом уже нарезку делали на хирургический стол, а вы тут скорую вызываете! Вот скажите мне, санпедицином своим подождать до завтра не могли! Я дико извиняюсь, конечно, за мою медицинскую этику, но... А зачем вы бенгальские огни в жопу засунули? Так дольше горят? Пи***ц! Серёга, тут отбой! Тут в новинке! Так, пока мы тут оказываем медицинскую первую помощь... Накапайте нам это, медицинского спирта с газиками. Ну и оливьешку. Галя, ты будешь? Тогда две. Ну тут с диагнозом все понятно. Вы дебил! Кто вызывает за час до Нового года скорую помощь с ощущением легкого покалывания в голове? Тьфу ты! Запор у вас, вы говорите? И все? Запор! Ну вы меня сейчас быстро просрете. Все, мы побежали, выздоравливайте. Ну у меня же жар, голова горит. А у меня трубы горят! Мужчина, что вы как маленький? Ну, выпейте анальгинчику и все пройдет, ну! Ну что же, граждане, с Новым годом! Поднимаем свои жопы и чокаемся с бицилином! А у вас это... Вы что, пьяный? Так, тихо! Не сметь! И оскорблять это врача при исполнении! Ну все, выздоравливайте! Вась! А у нас это медицинский спирт еще остался в машине? Огонь, иди разводи! Бахнем за уходящее, а то до наших не успеем доехать! До свидания. Слушай, мы с тобой парацетамол запивали медицинским спиртом. А мы сняли. Все, Нового года больше не будет. Я отказываюсь быть врачом. Я буду гинеколог.